Но Коврш на этот финт не купился. Здорово переместился от одной к штанге к другой. И, в общем-то, закрыл все свободное пространство для Старченко. А вот так шайба все-таки влетает в ворота. Это первая минута третьего периода. И счет становится 2-2. Но вот то, что не удалось Борису сделать во втором игровом отрезке, удалось сделать сейчас. Прозевали екатеринбуржцы момент с подключением Старченко. Затем эта атака перешла в позиционную. И вот, собственно, чем закончилось. Там Грейди выбрался к воротам. Не позволили ему бросить. Сошла шайба с клюшки. Но здесь один на дальней штанге оказывается Шестаков. Перед ним практически пустые ворота. И Шестаков не промахивается.